Витя красавчик. Витя Виторган. Прикалываешь? Да нет, Вить, мы серьезно совершенно. У него не было зеленого. Ага. Уже две тут. Ну и пройдет ничего. Так хватит. Ты давно видел его без бороды? Смотри. Да, ну да, давненько. Когда ты побрился? Ну что я знал? А ты? А ну улыбнись. Улыбнись. Что ты прикалываешь? Ну улыбнись. Ты сам чужой. Улыбнись. Что ты? Покажи зубы. Какие зубы? Там зубов нет. Свои зубы показывай. А шаблоне шаблоне. О, еще один. Бог ты мой. Еще один красавчик. Еще один красавчик. Куда вы воду? Это... Дядьки, на самогон менять? Дядьки себе, не, не. Да, тут, блядь. Дядька, Саш, при. Ой, самое. Хожу. Пару слов для прессы. Ой, 5 писали. Хорошие. Для прессы пару слов, пожалуйста. Что вам сказать? Что сказать, на что сказать? Ну тогда Витя. Как я нас... Витя, ну чего вы буксуете? Сплешите, что ли? Да, бля, что ж, бля. Стихотворение какое-то, вон постамент, встали на скамеечку, стишок рассказали, получили 5 гривен и пошли дальше. Ну не хотите Витя, общаться? Витя, ты самогон пьешь или водку? М? По водочке или по самогончику? Тихо самогончик. Водку ты что? Нет. А мало... пиво? Пиво а? Любишь? Нет, ты что, сыра. Только самогон? Да. А лето? А тройнушка? А лето? Тройня. За рыбой? Нет. А рыба дорогая сейчас. Тройнях он не хуяришь. Да ты правильно. А я раньше даже торговал в тройнях. Где? Да, это давно уже было. А этот, как его называют? В аптеках. Боярышник. Боярышник. Пьешь? Любишь? Иногда можно. Этот допился. Саша, помнишь? Юрка Голована. Нет, не знаю. Пошабаш уже. Да ты что? Пузатый такой, пузатый. Голована. Не знаю. Как? Молодой произошел. Не знаю, я головастиков знаю, он в болоте, а Головановых не знаю. Голованов. Да ты что, младший Мишка пошабашил. Витян, ты, блядь, Мишка и Васька все пошабашили. Подъезды неси. Ну его нафиг. А ты, блядь... Да нормально он ходит, бодрячком. Ага. Чего ты? Пока трезвый, да. Смотри. Пока еще нормально. Шапка грязная какая-то у тебя. Снег. Владимир Ильич Ленин. О, Витян, ты хоть на Ленина, да, действительно стал похож. О, хорош, хорош. Красавчик. Красавец. Вот ты прикалываешься. Когда ну, что делать? Снимал меня, а потом как-то у меня фейка заговорилась, как спецназ, да? Mm. Ты потом, Витя, а ну, это ты был. Герозовая шел, бутишь, да? Mm. А, и так возмущался, белый берез запил, да? А Маля, Маля. А он Берку подходит, Маля. Витя, это ты, это вроде бы я. Маля, что там на базаре торгуют, да? Салом. Салом. Салом, мясо. А, я да, видел, да. Что железо. Я у него сало покупал. Серьезно? Гадостное такое. Месяц назад. Маля, да, торгуют. А ты не со мной покупал? Я, нет, нет, нет. Я со мной был когда я сало покупал. Значит, нет. На круг обрыв. Он стоит на углу дома на лоточке. Своего дома. 12 дома? Сало, мясо. Какого 12 дома? Ты в 12 доме? Нет, нет. Ну, улыбнись. 17 уже. Это завтра Тараса покажу, увижу. Тараса, да. Давно не видел его. Да давно. Привет. Привет. С Куршевеля приехал, а? Прилетел. Маля, Маля. Может, на лыжах. На лыжах, да. У тютюника взял машину. Нашел, куда полететь. Семерочку. Ну, это же завтра Украина, да? Куршевеля. Ну, да. Да, он сюда мотается. Ну, там еще куда еще. В Яремче. В Соботе проводят. Он за 2 недели в Италию еще мотался. Какого-то хрена в Венеции. Или что там смотреть зимой? Бля, ты уже возле подъезда моего должен стоять. Что подол? Ну, а ты ждешь было. Стоять. У тебя только хлеб не съешь. Все забирай. А? Только хлеб не съешь. Никогда не надо. Вперед. Неси, ладно. Там я уже для тебя... Ладно, Витя, все. Заныкал, блядь, под этим.